Иду я смотреть клёпу. Вон они, глаза светятся. Я не знаю, что вам видно, а мне их хорошо видно. Она, что там клёпа? Мне видать, вот одна. Ой, она. Вот Лёва лежит. Львицы там, где ж там клёпочка? Где-то вот здесь в углу должна быть. Не видно. Вот лежат тут, вот идет ко мне красавица одна. А где Клеопатра? Где Клеопатра? Нету у меня ничего. Да, нельзя в глаза, правильно. Это надо с той стороны смотреть. Там вон глаза светятся. Глаза светятся. Может, ее завели вот в этот. Ольга Ивановна при мне звонила Олегу Алексеевичу, что, может, сюда ее завели. А это я толкнула. Не видно. Не видно. Вот не знаю. Ну, похоже, клёп, наверное. Вот она лежит опять в ямке. Ну, не знаю, как с малышом. Надо подниматься на помостки и смотреть. Ну, что ты хочешь, львичка? У меня ничего нету. Все уже отдала. Вчера все отдала. Ты кто такая ласковая? Ты кто такая? А, это, наверное, Лейла. Лейла. Ах, вот ты. Ну, ты упитанная, нормальная такая девочка. Хорошенькая. О, ты какая хорошая, добрая, ласковая. Добрая, ласковая такая. Ой, пути, как ты хочешь ласки. Все с тобой ясно. А тут вот лежат, блин, лежат целые. Куча мала. Раз, два, три, четыре, пять. Все пять. Вот они. Друг на дружке. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно посчитала. Друг на дружке спят себе. Лейлочка, Лейлочка. Что ты хочешь туда-сюда? Ой, ну как ты ласки хочешь? Ну что тебе? Блин, у меня ничего нету. Бутерброд только принести тебе. Хорошо, буду знать. Только так. Колбаска-то с сыром. Это ж не твоя еда. Ну хорошо, сейчас я придумаю что-нибудь. Пойду вернусь и поднимусь, принесу тебе кусочек.